представляете, в общем, перенесенные матчи с разных туров сегодня в среду оказались весьма и весьма увлекательными, хотя забит всего лишь один гол. Ну и вот, собственно, с чего начался конфликт. Я думаю, что футболист не имеет никакого права, вот то, что сейчас сказал Денисов, я думаю, что это закончится серьезными уже проблемами, потому что картинг, какой бы ты ни был игрок, ты не имеешь права на главного тренера вообще повышать голос любой команды, и тем более в такой форме, в которой это сделал футболист. Понятно, что Денисов расстроен желтой карточкой и тем, что он подустал в конце и так далее, но это все очень некрасиво. Да, но вот здесь завязалась подтасовка, и там вот какой-то есть один маленький такой с телефоном человек, который ударил. Вот сейчас он не попал в кадр. Вот этот маленький, вот этот. Он первый кого-то ударил. Ну, это ж пускай. То ли это болельщик, то ли это стюард, непонятно. Очень жаль, что немножко вот эта история, концовка матча смазана. А так футбол команды продемонстрировали хорошего уровня. Да, ну, в общем, футбол. Страсти, друзья, ну что сделаешь? Сегодня Спартак победил. Ну, а что?